Хейоу, гайз, с вами Шимики, и я продолжаю проходить игрушку под названием Borderlands. В прошлой серии мы остановились на том, что я помог Текебахе, по-моему, его зовут, и нас направили убить Девятипалого. Это, походу, предводитель вот этих вот мразей. Так, патроны. Хорошо. Так, у нас снайперка с вами есть, но она слабая именно. Ля. Карлик с дробовиком. Ух, так он еще... Блин, ну, с одной стороны... Хотя там было написано, что урон хороший. Да, ну он убивает, как бы, если челик без брони, то... все нормально. Не знаю, камеру нужно поближе, потому что я как-то маленький кажусь. Тихо. Броню. Нужно восстанавливать броню себе и идти дальше. Так, дробашек. Пашек, пашек, дробашек. Так, АВП с пули. Деньги, деньги. Это хорошо. Фух, добро пожаловать в Пандору. Ну че, готовы? Первый босс. Там, по-моему, не, никто не ходит. Девятипалый, хорошо. Все? Ты что, типа в соло? Ой, я тебя понял. По-моему, ты никудышный. Ой-ой-ой. Собаки какие-то еще. Ой, они шипастые. Апперкот. Ля-ля-ля, она бронирована. Голова, 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 голова. Так, им еще ульта действует, хорошо. Ну, ульта мощная с одной стороны. Ну, и босс какой-то очень слабый, очень. Опа, но оружие хорошее. Кисточком такая. Так, собрал эту статуэтку нашего водителя. Он, походу, популярный в этих краях. Так, здесь я все собирал, да? Да, Девятипалый, какой-то ты бесполезный. Слушай. Нулевка. Ничего больше сказать про тебя. Так, унитазы. Опа. Так, а вот такие сейфики будем открывать в последнюю очередь. Сначала облутай просто на ящике. Так, и вот еще вооруженный складик. Так, ульта от КДшилась. Там, по-моему, КД минута, да? Или сколько? У нас, походу, минута. Так, бомбы. Можно было завязать бомбу на этого. Гребаный мусор. Так, сначала откроем этот ящик, а потом уже тот. Давай, повезет ли мне? Дерьмо. Белое дерьмо. Оружие здесь делится на несколько типов, именно по редкости. Вот белый сейчас, это самый херой, это похоже как ширп в CSGO. Потом более редко это зелененькие. И остальные... А, я потом синяя выпала. АВП какое-то и места нету, да? А, ваш инвентарь пола нажми так, чтобы доступить так инвентарь, бла-бла-бла, чтобы выкинуть что-то. 20 аптечка. Выбросить. Выбросить. Рабаш подберу. Ну и все, в принципе. Ничего такого годного мне не выпало. Вообще ничего. Да, нулевой босс. Сейчас доберемся до этого.
магазинчика я куплю, ну, быстрее куплю себе какой-то щит, наверное, улучшенный. И продам вот этот мусор, который мне не нужен. Там у нас три дробаша с вами. Ну, в принципе, ладно. Что-то с этим сделаем. Это был первый шаг на вашем долгом пути. Слушай внимательно. Кто я, не имеет значения. Первое, что вам нужно знать, хранилище существует. Синяя. Люди будут пытаться сбить вас с толку, использовать вас. Но вам ни в коем случае нельзя отклоняться от курса. Хранилище находится здесь, и мы найдем его. Эта планета таит в себе множество опасностей. Отправляйтесь в путь. Я буду следить за вами. А, иксы. 7. Это скорострельная. Я нам продам. А, тут точность. Ну и все равно скорострельность, ну блин. Снайперка. Я дробаши все... Нет, вот тут есть дробаши, все хорошо. Так, лезвие оставил, так, патроны. Только самого лучшего. Да. Пистолет, пулемет, штурмовка. Блин, даже не знаю. Пистолет, пулемет можно, в принципе, купить. Мне... Ладно, пока нет, у меня его купи не будет покупать. Купи аптечку, не пожалеешь. Но щиты я, по сути, тоже могу и выбить, ладно. Плевать. Я... Бум! Фаршик. Только вылезите из труб сейчас мне в спину. Еще херел. А мне что, до самого выхода идти теперь, да? А телепортат здесь нету, да? Давайте тогда просто пробегу. Хотя можно поубивать этих. Вот, а теперь можно просто бежать. Так, патроны. Беги! Беги! Просто беги, беги, не оборачивайся. Меньше буду терять время на вот это битвы и все такое. Так, сейчас сохранялка должна заработать. Ну, давай, засветись. Ага, все хорошо. Давай, давай. Бесплодные земли, поехали. Ну, мне кажется, меня все равно отправят заново в этот лощину скагов из-за того, что там еще было два места, куда мог пойти. Там типа, вот мы прямо пошли, да, к этому девятипалому. Еще там была развилка. И еще вообще как дорога там длинная. Так, ладно, здесь я спрыгну, в принципе. А, мне к этому бежать. Бахи. Пук. Так. Брик, для мускулистого мужика ты очень медленно бежишь. Эй, иди сюда. Поболтай немного. В этих краях не часто встретишь собеседника. А вернуться к Зеду, окей. Мне ничего не нужно. Так, давай начнем с этого сразу же. Мне нужно сейчас добежать к Зеду. Там было где-то задание, значок задания. Они меня не достанут. Оп. Просто бегу дальше к Зеду. Ля, они дикие. Все? Ля-ля-ля-ля-ля. Зед, Зед, Зед. Тебе удалось убить девятипалого. Ага, тут еще есть уровень выполнения. Трудно, да? Наверняка у кого-нибудь Ля, найдется. Чё, херел? Пёс. Вы получили модификацию гранат. Этот мод может
радикально изменить поведение ваших гранат. Ищите новые моды, которые наделят ваши гранаты разными возможностями или свойствами. Кажется. Это модификатор гранат. Добавьте его к снаряжению, и вы обнаружите, что ваши гранаты и протез внезапно стали мощнее и теперь обладают особыми возможностями. Старайтесь не упускать новые разнообразные модификаторы гранат, чтобы добавить мощи своему арсеналу. Так, где эта модификация была? Способности нужно сейчас будет прочесть это все. Ага, оно уже установлено. Так, повреждение. Так, взрывная мультиграната. Экипируйте мультиграната, когда мультиграната взрывается, они разрываются еще на несколько гранат. Окей, типа многофункциональная гринка. Здесь очень одиноко. Хорошо, хотя сразу по несколько заданий. А теперь вы можете выполнять больше одного задания одновременно. А задание может быть помечено как активное. На экране будет отображаться направление и цель для активного задания. Вы можете поменять так активное задание в журнале заданий вашего эхо-устройства. Нажмите «Tab» и чтобы выбрать. Окей. Эй, это ты всякую дрянь убиваешь, когда тебя попросят? На станции такси Блюз у Кременника паразитов больше, чем в портках моей мамаши. Ты уж посмотри, в чем там дело. На станцию посмотри, а не на мамашу. Вжарь этим скагом, если ты меня понимаешь. Окей. Так, стоять. Сначала миссии. Я ж могу, по идее... А где труд? А, тяжелые трудно, хорошо. А какой из них легче? Ага, это для 10-го трудно, да? Так, сюда. От бахи. Сюда. Тачки на прокачку. Окей. Давайте, ладно, способности посмотрим, что у нас. Ну, говорю сразу, скорее всего, будет надолго. Железный кулак увеличит урон в ближнем бою. Следующий уровень 6% урона ближнего боя. Переполняющая ярость увеличивает продолжительность режима берсерка. Следующий уровень 10% продолжительность режима берсерка. Это дрочен у нас. Дрочен. Так, закаленный увеличит максимальный запас здоровья, хорошо, 12%. Повышает максимальный заряд щита, 8%. Это танк. Способный. Ага. Увеличивает наносимого взрывного урона. Наносимый урон 3% взрывного урона. Хорошо. Быстрая перезарядка увеличивает скорость перезарядки и снижает отдачу всех видов оружия. Давайте, ладно, все остальное прочитаем. Жало пчелы наносит врагам удары в режиме берсерка. Вы совершаете рывок к цели, сокращая дистанцию между вами. 4 шага. Тяжелый удар в течение нескольких секунд после убийства врага увеличивается урон в режиме боя. Ближнего боя. Но это хорошо именно для берсерка, то есть я могу вкачать вот это вот. Хорошо. Ну, на единицу, ладно. Асу. Так, охота за наградой. Пока активный навык берсерк, вы можете получать шанс заработать дополнительные деньги за наносимый урон 6%. Короткий фитиль. Снижение времени восстановления навыка берсерка. Это хорошее очень. Так, кровавый спорт. Убийство врага в режиме берсерка восстанавливает часть вашего здоровья. 2%. Ну, такое себе. Так, это мы читали. Избиение. Шанс оглушения врагов ударами ближнего боя уменьшить их скорость и точность. Такой себе. Сокрушительная сила в течение нескольких секунд после убийства врага повышается сопротивляемость ко всему получаемому урону. 10%. Это очень хорошо. Возмездие. Исчерпав заряд щита, вы получаете бонус к наносимому урону в течение 10 секунд. Это если у нас на ХП мы будем качаться. А я, скорее всего, буду на... И ХП это тоже хорошо, в принципе. Да, ХП и щит, блин, я не знаю. Больше буду, наверное, уделять это ХПшки. Крепкий орешек. Увеличивает количество здоровья. Восстанавливает... А, восстанавливаемо. Вторым дыханием или при поднятии другом. И увеличение времени до смерти в режиме выживания. Хорошо. Так как я один играю... Первый способ...
второе дыхание с помощью поднятия друга. Не, это не для меня. Несокрушимый. Будучи исчерпанным, ваш щит восстанавливает часть вашего здоровья в течение 5 секунд. Заряд в течение 5 секунд. Месть. В течение нескольких секунд после убийства врага повышается урон, наносимый всеми типами оружия. Ну, такое себе. Большая вместимость. Увеличивает емкость магазина ракетниц. Ну, ракетница это может быть и хорошо, с одной стороны, ну, не для меня, потому что я думаю играть в виде снайпера просто. Вот, сидеть вот так, такое, пау, и все. Так, ликвидация. Каждый раз, причиняя взрывной урон врагу, сократимое время восстанавливается навыка берсерка. Чугун. Повышает сопротивляемость к взрывному урону. Такой себе. Подрывник. В течение нескольких секунд после убийства врага увеличивается скорострельность и восстановление ракеты. Восстанавливается ракета. В принципе, если взрывника качать, то вот этот и этот хорошо подходит. Но для меня я уже вот как прочел. Мне идеальны вот эти сначала спеллы. Вот это дерьмо. Ну, в начале. Вот это вот. Вот это на единичку. Вот это максить. Сколько там? Тяжелый удар в течение нескольких секунд после убийства врага увеличит урон в те... Это, ну, если массово на тебя нападают, в принципе, можно с кулака убить. Получается вот так, на единичку, на максимум. Ну, это, короче, на максимум, вот так. На единичку вообще можно не прокачивать. Это прокачиваем, вот это прокачиваем. Ослепление и непопадание по нам, это можно не качать. Сокрушенная сила в течение нескольких, это хорошее, это качать будем, может быть, на двоечку. Возмездие. Ну, то есть, если будем через щит качать, то можно его не качать. А, и вот это вот так вот. Получается, нам будет идти вот так. Вот так. А здесь у нас вот так пойдет. Оп. Вот так. Здесь все бесполезно, но может быть быстрая перезарядка. И снижение отдачи хорошая вещь. Да. Давайте, я не знаю, вкачаем рукопашку, хотя продолжительность режима берсерка. Ближний бой. Качаем пока что ближний бой. Да, времени много я потерял, пока пытался разобраться. Ой-ой-ой. Угу. Почувствуй это, челик. Тихо-тихо, не пуляй, не пуляй. Так, теперь дает мне очень мало за них. Так, ага, здесь у меня миссия, окей. Тачкомат, получить. Вызов... А, его можно вызвать, я. Маша у меня под заданием. И то тяжелое. А еще где-то могу взять задание? Ну, здесь я могу что-то взять. Ладно, идем, короче, сюда. В проходец. Когда тихо, значит плохо все. Знаете ли вы, что нацелив перекрестие прицела на врага, вы сможете увидеть на тактическом дисплее уровень... Нет, я не знал. ...и силу щита противника. Чем выше уровень врага, тем он опаснее. И если вы видите череп, лучше постарайтесь убраться по добру, по здорову. Так. Что у меня получается, снайперки каждого снимать по одному? Они что, все такие? А, раздолбай. Это только ты? А, проверяй максимальный урон. Ля-ля-ля-ля-ля. Одно попадание по мне. Дерьмо, придется ультануть.
Да. Да, это плохо. А, так я им вообще там никому ничего не наношу. Не, нахер надо. Да уж. Неожиданно, если честно. И главное, что следующее задание для меня такое, такого же уровня сложности. Что будем делать, я даже не в курсах, ребят. Гранат нам навряд ли поможет, потому что если мне оружие в голову не пашет. Так мне бы отхилиться. Что надо? Я слежу аптечку. За состоянием медицинского оборудования. Да, следим в течение какого-то времени. Как-то работала. Ах, она хорошая была. Ладно. Купить. По сути, я ему культу сейчас заюзать, ну, для... Ладно. Я танцую. Плевать. А, тогда мне нужно идти сейчас просто апаться где-то. Ну, как вариант, мне невыгодно вообще туда идти. Задание. Ладно, давайте сюда пойдем. А, так мне нужно просто к Баху подойти. Бах, я лучше к тебе пойду. Потому что это не дело, мне слишком сложно будет там. О, хорошо. Миссии полегче будут. Это слишком сложно, я понял. А это на скаги. На скагов нужно идти, да? Окей. Экспы много дают. В каких-то случаях. А кого это нужно убить? Шрама. Ладно, давайте тогда. Давай, до встречи. Я сейчас, короче, пройду в ту локацию. На лощину скагов. И там, наверное, и закончим. А я предупреждал, что так будет много очень серий. Мы только сходили. Ну, восстанавливается сразу же мгновенно мое ХП. При ульти. Давай, 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 я успею. Оп. 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 Все. Готово. Так, сохранение. Да. Лощина скагов. Фу, благодаря своему активному навыку, фазовому скачку, Лилит может быстро перемещаться сквозь другие измерения. Типа, как это, как ее зовут? Dark Willow может туда в астрал входить. Ну, все похоже. Сохранилось и... Еще одно задание. То есть у меня здесь сразу три задания, да? Да, и это неплохо. Поэтому давайте здесь закончим. Получается, следующая серия у нас будет посвящена вот этому месту, этой локации. Лощине скагов. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. И у меня от КД шалась ульта, поэтому всем удачи и пока.